Вокинс, доктор Левиси ранен. Его надо спрятать. Выздоравливай, Левиси. Через ущелье у старой мельницы мы приберемся к лагерю и снова пойдем в наступление. Командир, наш отряд в Южной долине потерпел поражение. Доктор Лайвиси с несколькими бойцами отступает вдоль берега по направлению к Бенбоу. А почему же вы здесь, капитан? Мой командир, у нас нет пороха, нам нечем драться. Пороха? У вас нет пороха? Ну, с порохом сумеет драться каждый. А сабли? А ножи? А зубы? Зубы, которыми можно перегрызть врагу глотку. Или у вас уже не отстало зубов, капитан? Вот порох, Смолин. Но ведь это последний. Да, последний. Значит, надо беречь порох. Значит, надо врасплох напасть на этих бешеных псов и у них отобрать порох. И потом вы забываете, Смолет, о наших друзьях из свободной Франции. С часу на час должен прибыть корабль с оружием. Но может быть разумнее... Самое разумное, Смолет, исполнять приказ командира. Пробиться к Бенбоу и выручить Левиси и его ребят. До скорого свидания, миссис Докинс. Берегите Левиси.
Угощу. Я человек покладистый. Ром, свиная грудинка, яйца, вот все, что мне нужно. А откуда вы? Кто вы такой? Какое вам дело до этого, миссис? Неспокойно на острове. Зовите меня капитаном. Да поменьше болтайте, что я здесь живу. Женни, комната наверху, господину капитану. Хорошо, мама. У нас нет слуг, только я с дочкой. Тем лучше. Этот сундук я люблю носить сам. Смотреть в оба на вахте. Если появится моряк на одной ноге, свистать всех наверх. Отомстить за него. Если рано
Приятели, смелее разворачивай парус. Йо-го-го, веселись, как черт. Эй, хозяйка! Рому! Где же ты, дорогой Билли? Отчего не выходишь встречать своего старого корабельного друга? Я принес тебе привет от одноногого. Одни убиты пулями, других убила старость. Йо-хо-хо, все равно завод. Попугай старого Флинта. Значит, и ты здесь, Билли. Выходи скорее! Или ты что, решил со мной играть в прятки? Ладно! Ты выследил меня, Дик. Говори, зачем пришел. Я пришел за картой. Не сумели сберечь своего, теперь гоните за чужим? Уходи вон! Эх, Билли, Билли, много воды утекло с нашей последней встречи. У тебя даже стала короткая память. Ты забыл законы джентльменов удачи. Дай мне твою правую руку. Черная метка. И все равно я не отдам карту. Сняться с якоря. Левиси, это тот моряк, о котором я вам говорила. Он ранен. Рому! Слово «ром» и слово «смерть» для вас означает одно и то же. Поверьте мне, я доктор. Все доктора швабры. Что они понимают в моряках? Я был в таких странах, где жарко, как в кипящей смоле, где люди так и падали от желтой лихорадки, а землетрясения качали сушу, как морскую волну. Что знаете вы, доктор, об этих местах? И я жил ромом. Да-да! Ром для меня был и мясом, и водой, и женой, и другом. Негодяи пронюхали, где я. Я не боюсь их. Билли Бонс отдаст концы и снова обставит их. Дик страшный человек, но одноногий, который его прислал ко мне, еще страшнее. Не отдавайте им сундук! Не отдавайте! Там есть карта. Я один знаю это место. Старый Флинт сам передал мне перед смертью. Смотри, моба на вахте!
карта должно быть спрятана здесь. Он все время говорил о сундуке. Он из шайки знаменитого пирата Флинта. Вот карта. Именем короля. Ищем бунтовщиков, поднявших восстание в Южной долине. Восстание? Какое восстание, сэр? Не прикидывайтесь дурочкой. У нас есть точные сведения, что вы даете приют этим разбойникам. Опомнитесь, сэр. Довольно болтать. Приступите к обыску. Здравствуйте, сэр. Вы кого-нибудь ищете? У нас никого нет, сэр. Один только постоялец, Билли Бонс. Да и то... Мы сами увидим. Эй, кто здесь? Имя. Мое имя Билли Бонс. Называют меня капитаном. С какого корабля? Этот глаз я потерял на корабле неустрашимого адмирала Гока. Жду нового боя, чтобы потерять и второй. Под командой адмирала Гока? Уведите плен. Я рад вас видеть, Лайвис. Есть печальные известия. Буря разбила корабль, на котором наши друзья из Франции везли нам оружие и порох. Мой командир, у нас будет оружие, у нас будет порох. Вот смотрите, эту карту мы нашли в сундуке убитого здесь моряка Билли Бонса. Это карта острова, где знаменитый Флинт хранил несметные сокровища и оружие пиратов. Но чтобы доплыть до этого острова, нам нужен корабль, нужны деньги. Если мы отдадим половину этих сокровищ какому-нибудь богачу, ну хотя бы этому мошеннику Трелони, он даст нам сколько угодно денег на снаряжение экспедиции. Трелони? Как можно иметь дело с этим грязным ростовщиком? Иного выхода нет. Надо перехитрить эту шельму. Попробуем расплатиться из его кошелька. Это будет единственный случай, когда проценты получат те, кого он грабил всю жизнь. Но если он узнает, кто мы такие... Позвольте мне переговорить со сквайром Трелани. Если пойду к нему я, он ничего не будет подозревать? Прекрасная мысль, Дженни. Идите. Но только, сэр, это должна быть страшная тайна. Дитя мое. Неужели ты не знаешь, что я нем, как могила? Твой отец 40 лет арендовал у меня землю. Тебя я знаю с пеленок. Ты можешь мне довериться вполне. Сэр, вы можете стать во много раз богаче, чем теперь. Вы, сэр, можете овладеть несметными сокровищами. Да. Но вы побоитесь, сэр. Пусть тебя это не смущает. Говори. Говори, дитя мое. Сэр, слышали ли вы о капитане Флинте? Слышал я о Флинте?
Это был самый кровожадный из всех пиратов. Он ограбил и потопил сотни кораблей. Ох, это был смелый разбойник. Откровенно признаться тебе, я иногда даже гордился тем, что Флинт англичанин. А ты почему, спрашиваешь, слышал ли я о Флинте? Потому что есть люди, которые знают, где зарыты сокровища Флинта. Ну, говори. Говори, дитя мое, только помни, что это тайна, страшная тайна. Никто не должен знать об этом. Я только вам сказала, сэр. Ну да, ты мне, я другому, и будет знать вся страна. Ну, говори. Да, но помните, что половина сокровищ должна принадлежать тем, кто откроет вам эту тайну. А может быть, треть? Нет, сэр, половина. Ну, хорошо. Только не мучай меня, Мой командир, мы готовы к отъезду. Ну, добрый час, Левити. Вы и Смолет, только вам мы можем доверить такое трудное и опасное дело. Зорко следите за этой бестией. Трелони, от него можно ждать любой подлости, любого предательства. Каждый час, каждую минуту вы должны чувствовать биение наших сердец, а мы будем чувствовать биение ваших. До вашего возвращения продержимся. Только скорее и с пустыми руками не возвращаться. Ну, желаю успеха. Прощайте, Джейн. Лайс, возьмите меня с собой. Нет, это невозможно, Джейн. Я не могу вас подвергать такой опасности. Лайс! Доктор! Доктор! Что вы так долго? Нет, нет, это невозможно. Вы нас задерживаете, доктор. Невозможно? Thank you.
За этим чемоданом смотрите в оба. Там важные документы. Мне нужно купить корабль. Мы отправляемся в опасное путешествие. По одному делу. О, я охотно помогу вам в этом, сэр. У меня есть старинный приятель. Он вам все устроит. Чудесно. Я вас отблагодарю за это. Мой друг Блендли, о котором я вам говорил, сэр. Мне нужно купить корабль. Это должен быть прекрасный корабль, готовый к любым опасностям. У меня есть подходящий корабль. Отличная шхуна. Испаньола. С готовой командой, достопочтенный сэр. Мой лучший друг, мистер Блендли. Мы можем доверять ему вполне. За здоровье моего лучшего друга, достопочтенного сэра Трелони. За здоровье капитана! Друзья, рекомендую, ваш капитан, ваш судовой врач, а я буду начальником экспедиции и, как вам самим было угодно назвать меня, адмиралом. Здоровья адмирала Трелони! Ура! Не нужен ли боцман на ваш корабль, адмирал? Лучшего боцмана вам не найти. Вы, может быть, хотите знать, кто я? Меня зовут Джон Сильвер. Я потерял ногу в бою на корабле под командой сэра Вальтера Ралли. И это могут подтвердить все. Израиль Ганс, ты должен помнить это. Уже будучи одноногим, Джон Сильвер уложил своим кортиком 9 врагов. Андерсон, знаешь ли ты Джона Сильвера? Кто помнит, как был захвачен сам Томас в устье реки Ориноко?
Тот не может забыть одноногого Джона. А ты, Джордж Мэри? Знаешь ли ты Джона Сильвера? Когда я служил под знаменами герцога Кумберленда. Есть здесь кто-нибудь из вас, кто не знает Джона Сильвера? Я не знаю Джона Сильвера. Мне кажется, нам, сэр, что набор команды следует поручить мне, капитану. Дорогой капитан, вы видите перед собой настоящих испытанных моряков. Может быть, они неказисты на вид, но все это отчаянные храбрецы, верные и надежные люди. Отчаянные храбрецы, верные и надежные люди. И все-таки, сэр... Ну, двоих, троих, если хотите, можете нанять сами. А остальных я беру у моего друга Бледли. Прошу вас, достопочтенный адмирал, осмотреть Испаньолу. Флагманский корабль вашей эскадры. Ура! Смоллет, мне кажется, что этот одноногий и его люди не хуже нас знают о сокровищах Флинта и догадываются о цели нашего путешествия. Может быть, было бы разумнее, если бы мы... Самое разумное, как можно скорее достать деньги и оружие. Грей! Грей, разыщи Джойса и Гюнтера. Будьте готовы к отплытию. По морям и океанам злая нас ведет звезда. Бродим мы по разным странам и нигде не вьем гнезда. Стала нашим капитаном черная, как ночь, вражда. Что там унывать? Нам нечего терять. Эй, да пьяна, будет волна, крою волна. Приятели, смелей, разворачивай парус. Йо-хо-хо, веселись, как чёрт. Одни убиты пулями, других убила старость. Йо-хо-хо, всё равно за борт. Берег принимай обломки, мертвых похоронит мрак. Скроют от людей потемки, подвиги морских бродяг. Проклянут не раз потомки, черный наш пиратский плав. Нас родила тьма, мы бродим, как чума. Лети за час, слушай приказ, дьявол за нас. Приятели, смелее, разворачивай парус. Йо-хо-хо, веселись, как шорт. Одни убиты пулями, других убила старость. Йо-хо-хо, все равно. Такой.
хочу участвовать в этом плане. Адмирал Июнга. А ты что можешь делать, парень? Стряпать умеешь? Есть, стряпать умеешь! А ром пить умеешь? До дна и не отрываясь. Посмотрим, выйдет ли из себя моряк. Джойс, тебе не следует заниматься тяжелой работой. Ничего, капитан, на острове найдется время для отдыха. Здравствуй, Грей. Добрый день, капитан. Отдай мне пиар! Прекрати драку! Вам разве не известно, боцман, что на корабле запрещена игра на деньги? Эй, вы! Выброшу кости за борт! Почему мушкеты на руках у матросов? Боцман, вы распустили команду. Я вас уже предупреждал. Еще одно замечание, вы будете смещены. Убрать деньги. Спрячь пиастры. Пиастры, пиастры, пиастры. Пора захватить все их оружие. А самих выбросить за борт.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вышвырнуть за борт и остаться без карты. Ты всегда был идиотом, Израиль Ганс. Старая обезьяна. Если у нас будет все оружие, пистолеты к вискам и карты в кармане. А кто поведет корабль к острову? Я, Джордж Мэри, Израиль Ганс. Мы все моряки. Ты хочешь сказать матросы, Андерсон? Я побольше вашего плавал в океане. И то не возьмусь за такое дело. Ну и что же, по-твоему, Джон? Не подавать виду, что мы знаем о цели путешествия. Пусть они выроют клад и доставят его на Испаньолу. Ну, а дальше? А дальше отправимся в обратный путь и пустим их гулять. Что? На дно морское. Так гласит великий пиратский закон. Джентльменов удачи. Или перережем их, как свиней. По тому же закону. Так всегда поступал старый Флинт и добряк Билли Бонс. Да. Добряк Билли был мастак на такие дела. Мертвые не кусаются, говаривал он. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Да, мертвые не кусаются. Когда я разбогатею и стану членом парламента и буду разъезжать в золоченой карете, я вовсе не желаю, чтобы ко мне ввалился, как черт к монаху, один из этих болтунов. Когда я служил под знаменами герцога Кумберленского... Все-таки надо захватить оружие. Я это сделаю, Джон. Верно, надо захватить. Веревка давно скучает по твоей бараньей шее. Корабельный юнга Джим, мы давно в море. Почему я вижу тебя впервые? Меня нанял боцман. Что тебе нужно, юнга? Дженни? Дженни Гокинс? Как вы попали на Испаньолу? Что означает этот костюм? Об этом потом, капитан. Ей дело поважнее. Я слышала их разговор. Они знают все. Они хотят захватить оружие и убить вас. Значит, Лависи был прав. Я сейчас позову его, надо действовать. Нет! 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 Умоляю вас! Не говорите ему, что я здесь. Пусть он об этом узнает после. Команда ничего не подозревает. Я останусь среди них и буду наблюдать. Если я что-нибудь узнаю, я сообщу вам. Ты зачем шляешься к капитану? Команда ничего не могла узнать.
Это ложь. Ложь. Я был нем, как могила. Ваш матрос лгун и предатель. Покажите мне его. Позовите его сюда. Я запалю этого негодяя. Довольно. Капитан, здесь я. А главного болтуна вы можете увидеть в зеркале. Я предлагаю теперь же напасть на них врасплох и в открытом бою решить дело. Ваша горячность сделает вам честь, Лайерси, но силы не равны. Вы, я, Джойс, Редрут, Гюнтер, Абрам Грей, словом, все те, кого мы взяли в Дублине, и, может быть, тот матрос, который мне сообщил о заговоре. Мистера Трелони мы принимать в расчет не будем. Значит, 6 против 13, или в лучшем случае 7 против 12. И потому не нападать, а выжидать и готовиться. Я понимаю, дорогой Лайвеси, что это не так приятно. Но в наших условиях все остальное грозит гибелью. Надо действовать так. Вы, Лайвеси, возьмете карту у мистера Трелони. Нет. Нет и нет. Я адмирал. Я начальник экспедиции. Я хозяин Испаньолы. Вы, Лайвеси, возьмете карту у мистера Трелони. Какую карту? Карту. И спрячьте так, чтобы ее не могли найти не только пираты, но и никто из нас. Что касается оружия, сделаем так. Безмозлый дурачок, стадо баранов, олухи. Эй, Юнга, работать? Я не потерплю на корабле любимчиков. Бросим якорь, мы разрешим команде отправиться на берег. А если они устроят бунт и потребуют карту, мы запремся в каюте и будем защищаться. А если они... Ведь все оружие в наших руках. У них только несколько мушкетов. Перевес на нашей стороне. Но я думаю, что этого не случится. Джон Сильвер крепко держит их в руках и не допустит бунта. Они высадятся на берег и будут стараться найти клад без карты. Следом за ними высадимся и мы. И займем крепость Флинта. Мы там будем в безопасности. И пока они, как слепые котята, будут блуждать по острову, мы выроем клад, вернемся раньше их на Испаньолу и пустимся в обратный путь.
Прогулка на берег никому не повредит. Двойная порция грогу на дорогу. Ура! Всем ехать на берег. Всем надо. Когда я служил под знаменами герба... Брать бочку с собой! Всем! Пора не головы. Знаю я вас, налакаетесь рому, а потом на виселицу. Полегче, Джон! А, на корабле останется ты, ты и ты, Андерсон. Смотреть в оба на вахте. Если они что-нибудь затеют, сообщить. Юнга! Что за дьявольское наваждение? Санжин говорил мне, белый камень между трех сосен. 50 шагов вправо, вот пещеру. Где ж пещера? Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость. Вы оба, должно быть, были пьяны, как верблюды. И ты, и капитан Флинт. В бою за кошачье логово был такой Благаус, мы могли бы из него перестрелять всех королевских собак, как куропаты. Когда мы достанем сокровища Флинта, у нас будут крепости получше этого сарая. Как? Что вы сказали, капитан? А, теперь мне все ясно. Теперь, наконец, я понял, с кем имею дело. Лучше поздно, чем никогда. Да как вы смеете? Если бы я знал, что вы за люди, так я лучше бы ушел с Джоном Сильвером. Это никогда не поздно, господин ростовщик. Правильно. Такому ростовщику самое место с пиратами. Что случилось, испаньоль? Эти скоты опоили нас, а сами сбежали на остров. Где Сильвер? Не знаю. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Эй! Пока вы здесь, как бараны, ищете клад, эти скоты обманули нас и удрали с карты на остров, держа курс на западную сторону к Благаузу старого Флинта. Здесь лес. Надо пройти к белым камням и потом подняться на гору. Ишь,
Джинни Гокинс? Кто идет? Капитан Джон Сильвер хочет говорить с вами. Капитан Джон Сильвер? Не слыхал про такого. Это я, сэр. После вашего дезертирства команда выбрала меня капитаном. Что вам нужно? Только карта острова. Если вы отдадите нам карту, мы достанем клад и на обратном пути высадим вас на берег полной сохранности. Карту вы не получите, клада не найдете, компаса у вас нет. Да и судно управлять вы все равно не умеете. Если сдадитесь, обещаю сохранить жизнь. В таком случае вместо меня заговорят мушкеты. Стойте! Стойте! Мы отдадим вам карту. Если вы не отдадите карту, я открою, что Юнга Джим... Ты захотел обмануть старого Джона? Джон Сильвер не любит предателей. Убирайтесь вон! Мы еще встретимся, Юнга! Мы еще тебе поджарим пятки! Ты будешь знать, как шляться капитану и доносить... Ну что ж, благородные джентльмены, когда вы попадете в руки джентльменов удачи, вы живые будете завидовать мертвым. Мне не надо учить вас драться, друзья. Помните только одно. Каждый наш выстрел, каждый смертельный удар по пиратам приближает нашу победу на родине. К оружию, граждане! Да здравствует свобода! Бей барабан, походную тревогу. Время не ждет, товарищи, в дорогу. Нас враг живыми не возьмет. Наш путь к победе приведет. Наша заря взойдет. Мы свободное, гордое племя. Мы боремся за каждый шаг. Ружья за плечи и ногу в стремя. Кто не с нами, тот и трус, и враг. Ружья за плечи и ногу в стремя. Кто не с нами, тот и трус, и враг. Бей барабан, походную тревогу. Время не ждет, товарищи, в дорогу. Ой, как я тебе пою. Все в бой за родину свою. Стой, да потом пою. Уничтожим кровавое время грозою боевых атак. Ружьем за плечи и ногу. Кто не с нами, тот и трус, и враг. Ружья за плечи и ногу в стремя. Кто не с нами, тот и трус, и враг. Хоп! Эй! Хоп! Эй! Хоп! Эй! Хоп! По местам! Огонь! Эй, тащи хворост! Живей! Thank you.
Они похитили Дженни. Что же вы лавите? Сейчас перевес на их стороне. Надо выждать время, Смолет. Неужели ты не мог промахнуться, как промахнулся первый раз в жизни старый Флинт, стреляя в этого каторжника? Ведь это он, Бенган, помогал Флинту прятать сокровища. Если бы мы взяли его живым, мы и без карты узнали бы, где лежит клад. Грязный осел! Помяни, Господи, царя Давида и всю крутость его! Назад! Капитан, здесь я! Посмейте только тронуть, и вы будете иметь дело со мной! И хотя у меня не все ноги дома, я сломал свою клюку об это животное! Я все-таки увижу, какого цвета у вас внутренности! И хорошо помни свои права, капитан. Но ты забываешь наши общие интересы. Мы уходим на совет. Я один только знаю, кто ты. Я постараюсь спасти тебя, девчонка. Но если уж потом мне придется плохо, выпутывай старого Джона из петли. Я сделаю все, что могу. Услуга за услугу. Ага. Ветер крепчает. Я буду капитан. Правильно, капитан. Правильно, капитан. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. А, черная метка. Я так и знал. Ты хочешь стать капитаном, Ганс? А пока дай огоньку, моя трубка погасла. Живей! Слезай из бочки! Мы приступим к выбору нового капитана! Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! Я думал, что ты действительно знаешь правила джентльменов удачи. Вы должны сначала выложить не обвинения, а я ответить на них. До тех пор я капитан. И ваша черная метка стоит не больше покрытого плесенью сухаря. Ты хочешь знать обвинение? Это благодаря тебе мы им дали доплыть до острова. Это ты выпустил их с корабля. Вместе с картой. Это ты не даешь расправиться с этим предателем. Молчать! Герцога Берлинского! Молчать так, как вы молчали 20 лет, когда начинал говорить Джон Сильвер, друг и брат итальянских пиратов.
Нас никто не может обвинить без корысти и жалости. У вас нет ни капли здравого смысла. Чего только смотрели ваши матери, отпуская вас в море. Вы хотите знать, почему я не отдаю вам Юнгу? Нам нужен заложник. Поджарить ему пятки мы всегда успеем. Но пока он жив, поверьте старому Джону, чтобы спасти мальчишку, они сами приволокут нам и карту, и клад. И карту, и клад. Да-да, и карту, и клад. Капитан! Доктор Лайвиси. Передайте доктору Лайвиси, что капитан Испаньолы, Джон Сильвер, согласен говорить с ним. Молодчина, Джон! Крепкая голова. Что вас привело сюда, сэр? Я прошу освободить Юнгу Джима. Вот как? Юнга, наверное, оказал вам большие услуги, что вы так дорожите его шкурой. Ну что ж, мы можем вернуть вам вашего Юнгу на таких условиях. Вы приносите нам карту острова, ту самую карту, которую кто-то из вас украл у нашего друга Билли Бонса. Вместе с нами идете туда, где хранится клад. Иначе кто вас знает, может быть, вы подмените карту и заставите нас, как старых верблюдов, искать клад там, где его никогда не было. Мы достаем клад. Мы грузим его на Испаньолу, вы доводите судно до ближайшего порта, и мы высаживаемся на берег. И тогда Юнга Джим переходит к вам в полную собственность. Я должен это решить с моими друзьями. Дайте нам 24 часа срок. 24 часа, когда речь идет о полумиллионе фунтов стерлингов? И человеческой жизни это возможно. Эти 24 часа Юнга Джим должен быть в полной безопасности. И это возможно. Юнга Джим проведет эти 24 часа в моей капитанской каюте под присмотром двух надежных людей. Я буду охранять Юнгу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ты? И ты? Джордж Мэри, за Юнга ответишь головой. Когда я служил под знаменами. Ну? Thank you.
здесь кто-то побывал раньше нас. Не падай духом, Редруд. Теперь я начинаю понимать, что хотела сказать Женни. Джойс, а Редруд тебе расскажет, что надо делать. Смолет, теперь все ясно. С Редрутом клада. Дженни на Испаньоле, я говорил с Джоном Сильвером. Дженни упорно показывала на стенку в шалаше. Надо во что бы то ни стало освободить шалаш от пиратов и осмотреть его. У меня есть план. Ничего сделать нельзя. Джон Сильвер со своей шайкой следит за дорогой. Мы не можем пробиться к кладу. Пойдем. Воды. Воды. У меня затекли руки. Веревки режут мне грудь. Я надеюсь, что при дирже сокровищ мистер Трелони оценит мое доброе сердце. О, да. Шайка одноногого Джона бродит на опушке. Надо усилить охрану. Джентльмены, удачи! У нас нет оснований ссориться. С вами мы быстро найдем общий язык. Вы не бунтовщики, которые хотят отнять у нас все добро. Я охотно вручу вам карту. И мы поделим клад пополам. А мы вас примем в почетную семью пиратов. А? Карту! Помогите! Помогите! Дайте мне руку! Дайте мне руку! Ведь это я спас Дженни! Они убежали! Они бросили своего капитана! Но я не отдам им сокровищ! Если я правильно понял, Дженни, клад находится где-то здесь. Тут какое-то странное углубление. Ну,
Сколько золота! А я, старый болван, не знал, что она рядом со мной. Скорей, скорей на Испаньолу! Приятели, смелее разворачивай парус! Йо-хо-хо, веселись, как черт они! Убитый пулями других убил. Три голоса этой песни лучше выходит. Дай ключ от каюты. Когда я служил под знаменами герцога Кумберленского... У пьяного быстрее время бежит, чем у трезвого. На моих часах 24 часа прошло. Дай ключ. Мы не быстро дам. Узнаем, где карта. Прости, Господи, царя дай. Не дам. Сидеть в этом собачьем ящике. Идем исповедоваться во имя Отца и Сына и Святого Духа. Thank you.
здесь, Жени! Доставлены в лагерь. Спасибо, друзья. Спасибо, Дженни. Ты не напрасно переоделась мальчиком, чем изменила Юнгу. Ты доказала, что молодые патриотки умеют выполнять свой долг перед Родиной. Назначаю тебя адъютантом в отряд доктора Левиса. Трус и враг. Ружья на плечи и ногу, стреля. Кто не с нами, тот и трус.